Общественная организация «Деловая Россия» запустила масштабный проект в поддержку медиков. Тех, кто в условиях пандемии коронавируса ежедневно находится на передовой, думая в первую очередь о пациентах и зачастую забывая о собственном здоровье. В рамках акции тысячи врачей по всей стране получили наборы полезного функционального питания. Помощь пришла и в наш округ. Здоровый образ жизни – это наша философия. Невсовского округа мы здесь как раз за это бьемся. Спасибо вам большое за такую активную позицию, за помощь. Я думаю, что наши медики вам тоже передадут слова благодарности. Около 100 коробок с витаминами и спецпитанием бренда VIPiLab Nutrition получили сотрудники инфекционного отделения Одинцовской областной больницы. Эта продукция была специально разработана для профессиональных спортсменов, которые ежедневно испытывают колоссальные физические нагрузки, как и наши медики. В наборах протеиновые смеси, витамино-минеральные комплексы, омега-протеиновые батончики и многое другое. В нынешних жестких условиях работы медперсоналу необходимы энергия и выносливость. На данный момент мы твердо даем себе отчет, что врачи у нас находятся на передовой, и необходимо максимально сделать упор на защиту врачей, на то, чтобы поддержать их функциональность, да, и энергичность. Почему Одинцовский район, в принципе, не только Одинцовский район, мы сделали уже охват более 15 регионов в России, потому что в Москву уже достаточно много усилий сделано, да, там и больница Коммунарки, и Филатова, и больница скорой помощи. Но для районов пока еще помощь не дошла, поэтому мы постарались максимально свои усилия направить как раз на районы. Эти ребята – санитары. Никита Косарев еще только планирует поступить в медицинский, а пока помогает врачам в инфекционном отделении областной больницы. Возит пациентов на процедуры. Бывает страшно, но что поделать, если людям тоже нужно помогать? Мы же сюда идем осознанно. Реализация проектов поддержки продолжается, а медработники не устают напоминать: пожалуйста, оставайтесь дома. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».